Когда-то дом номер 13 на Октябрьской улице и был Мурманским ЗАГСом. С постройки в 1957 году и до 1976 года церемонии проводили здесь. Потом отдел переехал на проспект Ленина, 62. А в 2008 году для него построили отдельное здание на Ленина, 16А. С тех пор там не делали ремонт, а жесткие нарядные туфли изрядно потрепали паркет. Поэтому этой осенью ЗАГС вернулся на прежний адрес. Жених, невеста и только самые близкие гости. В период пандемии на церемонии бракосочетания могут присутствовать только 10 человек. И маленький холл Дворца культуры железнодорожников как раз позволяет проводить такие маленькие, камерные, уютные свадьбы. Первый брак здесь зарегистрируют 29 сентября в 9:40 утра. Расписание на ближайшие месяцы решено не менять, чтобы не рушить планы у влюбленных пар. Однако, когда именно сотрудники вернутся в привычную обстановку, неизвестно. В главном помещении только начали демонтаж конструкций. Мы обязательно всех пригласим, когда они будут завершены, чтобы вы оценили в полной мере проведенный там ремонт. И будем всех рады видеть, всех мурманчан, на церемонии бракосочетания в наших обновленных залах. А пока туда стоит обращаться лишь с заявлениями, справками и другими бумажными вопросами. Кабинеты работают в обычном режиме. Александра Клепцова, Илья Бояркин, ТВ 21+.